Накануне, ближе к 5 пополудни, на окраине Арамели, в 20 верстах южнее Екатеринбурга, вспыхнула, как спичка, крыша древопильного цеха местной пилорамы на улице Новой. Адская жара, раскаленная под солнцем кровля, дым и пламя и 3 газовых баллона с пропаном внутри цеха. Диспозиция хуже некуда. Врагу не пожелаешь. К счастью, пилорамщика внутри задымленного цеха не было, а взрывоопасные баллоны удалось вовремя вытащить во двор. Площадь пожара составила 500 метров квадратных. Силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара, пожар номер 2. В настоящее время пожар локализован, идет разборка и проливка конструкций. За 2 часа героической битвы с огнем пламя удалось взять в кольцо. Крышу здания, у которой от жары мозги расплавились, пожарные охлаждали струями воды и снизу, и сверху, с выдвижной автолестницы. Двойной натиск оказался эффективным. Судя по видеокадрам с места пилорамного воспаления, можно предположить, что причиной пожара в цехе стал коротнувший электрокабель. По крайней мере, в момент битвы с огнем провода, уходящие под крышу, горели по-черному. Как ни странно это прозвучит, но поблизости от пилорамы не оказалось пожарного водоема. С учетом этого обстоятельства, рядом с дымным цехом, забитым горючими пиломатериалами, был развернут оперативный штаб для более эффективного управления мобильными силами. Всего на тушение пожара задействовано 10 единиц техники и 24 человека личного состава. Полдесятого вечера солнце село за горизонт. Адское пекло спало, и пламя удалось погасить.